китайском языке иероглиф панда состоит из трех частей. Первая часть – это иероглиф большой. Вторая часть – иероглиф медведь. И третья часть – иероглиф кот. Сегодня я покажу, как рисовать эти иероглифы. Так как в китайском языке пишут слова, слева направо, то слева будет иероглиф большой. Посередине медведь, а последний кот. Вообще панды живут в горных районах Китая и питаются бамбуком. Это очень красивое животное. Панды вырастают длиной почти до 2 метра и весом до 150 килограмм. Интересно, что на передних лапах у панды 6 пальцев. Шерсть пушистая белая, а лапы черные. И черные пятна вокруг глаз. За день одна панда съедает почти 30 килограмм бамбука. А еще оказывается, что панда не впадает в зимнюю спячку. Вот и все про панду. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы увидеть много новых и интересных видео. Да-чун-мау, панда, да-чун-мау, панда.